Итак, ребята, в следующем 14 курсе у нас с вами полноценно заработал сервер. То есть наша джанга с вами уже заработала, мы это видим. То есть все у нас работает. Грубо говоря, полностью наш сервер работающий. Мы с вами сделали следующее в этом курсе. Длинный немножко получился курс. Длинный немножко, но ничего страшного. Мы с вами, во-первых, скопировали старый хост, пусть будет, установили мод в SGI. Вы получили много домашних заданий по этому. Подготовили пути, настроили виртуальный хост, который у нас заработал. Ну и определили домашние задания. Грубо говоря, наш сервер полностью работает, что у нас очень приятно, да, что классно. Следующим шагом у нас уже будет установка FTP, чтобы мы могли уже разрабатывать наш сайт в PyCharm, отправлять его на... отправлять его на сервер через... Также мы настроили и логи сейчас. Ранее мы создавали алиасы, да, короткими командами. И мы делали... Сейчас все нормально. И мы делали ошибки специальные, да. Ну, то есть, самая основная задача, что первый сервер, который мы собрали, у нас полноценно заработал с нашим Django проектом. Далее мы будем делать разные сервера. И, как я говорил, наш виртуальный хост, который мы с вами делали, Так, чего это я хотел, чтобы вы посмотрели? Угу. Чего ж я хотел, чтобы вы посмотрели? Так, вот наш виртуальный хост. Ребят, ага, мы с вами установили все правильно. Значит, к домашним заданиям отнестись серьезно. Все домашние задания, которые сказал в SGI, да, все команды проработать. И с Apache, с виртуальным хостом, хоть мы довольно подробно делали, но все проработать и описать домашним заданием. Все, ребят. Как сказал, дальше, следующим шагом мы с вами будем уже установим FTP и будем ставить еще Postgres базу, да, пока у нас на MySQL, чтобы мы могли ориентироваться на разных, да, у нас есть уже PHP, мы раньше настраивали, да. Ага, тут вот как раз заработал. Все правильно. PHP. PHP. Я не то написал. Вот наша админка. Все, она есть, да? И все, смотрите, я показывал, было не работало. Все, теперь все будет работать, все правильно. Потому что мы с вами делали, изменяли файл настроек. И оно не работало. Теперь дошло. Все правильно прописали, теперь все работает. То есть страницу ошибок мы должны были увидеть. Сейчас мы увидели, что у нас... есть страница ошибок. То есть, когда мы чушь разную вводим, слава богу, все у нас классно работает. Угу.
Ура! Ура, товарищи! Да, для тех, кто начинает с этого видео, то есть с этого курса, начинаем обучение на сайте spb-tut.ru. Новости школы можно посмотреть ВКонтакте. Это просто информационная страница, да, где ВКонтакте.com, spb-tut, да, spb-tut. И здесь можно всегда посмотреть, что происходит в школе. Ну, иногда вот вмешиваются такие вот типы, которые котики-басики. Я жене принес букет с кучей цветов. Она взяла, все повытаскивала, все цветы оставила, одну сирень. Ну, ей так нравится, ну что сделаешь? А так тут был, честно, настоящий букет. И синенький, и беленький, и желтенький, и цветы. Вот беленьких пару осталось, остальное все они повытягивали, ребят. Все, ребят, все получится.